в этом музее истории в Дрездене. Это которых взорвали мертвые солдаты, или умершие солдаты, убитые. Двигатель. Ну, кто ищет себе двигатель для джипа? Вот они вагоны, в которых людей возили. Первое. Конная дивизия. Было внутрь залезло. Ну вон можно внутрь залезть, он открыто. Попробуй залезли. Первые попытки строения. Вот прикинь, такая прилетит, мало не покажется. О, первый трабан, даже кабрио. Ну вот, знаменитая машина, кто фильмы смотрит про Вторую мировую войну. Ну, вот он стоит. Красавчик. В каком состоянии. Ну, вот он, мост. Бибер. Катюша. МЦ. УАЗ, ну как сохранилось. Ну, чё так? Дистировка, КТС. Вот это все. Мосты понтонные. Корабли. Такая. Мотор. Ракета такая. Все. Вот красавчик. Стоит МиГ. Вот, ребята, и все это
в Дрездене, в Германии. Вот висит такая карта, рельефная. В случае холодной войны, как бы русские из Дрездена бы пытались бы завоевать большие города. А вот как выглядела первая комната солдата в 1956 году. Вот память. Вот на машине, на которой ездил Брежнев, когда приезжал в Германию. Вот эта машинка. Вот такая техника стоит. Это вот первые формы, которые были введены с левой стороны, когда армия в Германии начала возрождаться. Это первая форма. А с правой стороны это, которые были после этого в 60-х годах. Вот первый Вольф Mercedes G-класса, который был подстреленный в Афганистане миссии Айза. Можно найти в этом музее. Вот проходя по таким вот выставкам, можно здесь все увидеть, что связано с армией Германии, Америки. Вот, допустим, первый агрегат, который выдавал электричество после, как говорится, нападения талибанцев. Вот его сюда привезли. Ребята, очень много всего интересного здесь в Дрездене, да? В этом музее. Так что могу только посоветовать. А вот здесь показано, как может ужасно это выглядеть. Вот по таким вот в коридоре можно найти, куда вы хотите идти, что хотите посмотреть. Вот такие вот лестницы. Пройдем, посмотрим технологии. Вот она, одна из первых подводных лодок. Вот как выглядело внутри все. Механизм такой. Вот она, ракета первая. Вот эти
Вот уже в те годы были вещи с подогревом. Вот такая пушка. Вот можно окунуться в древние века. Вот здесь разные оружия того времени кованые. А в этой телеге перевозили боеприпасы на конницы. Первый бункер. Ну вот, допустим, можно взять что-то почитать, вот подарки можно взять. Или детей здесь оставить, и дети могут сами что-нибудь клеить, делать, как детский угол. Ну вот, попрощаемся с вами из Дрездена, с вот этого прекрасного музея. Буду рад, если вы напишите комментарий, может быть, кто-то здесь был. Я какую-то тему не смог заснять, потому что время тоже, как говорится, неохота вас утомлять. Буду рад, если кто-то здесь был, пишите в комментариях. Всем спасибо, пока.